Renault Россия расширяет производство в Узбекистане. Третьей моделью локальной сборки после Аркана и Каптюра стал новый Duster. Серийный выпуск автомобилей Renault налажен совместно с партнером – компанией Rudel. Все промышленные процессы на предприятии внедрялись согласно требованиям группы Renault к оснащению, технологии и контролю качества. Сотрудники завода, задействованные в проекте, прошли обучение стандартам и методам работы, а также прошли сертификацию оценка качества глазами клиента на московском заводе Renault. Новый Renault Duster, вышедший на рынке России и стран СНГ этой весной, таким образом скоро станет доступен покупателям и в Узбекистане. Напомним, что автомобиль сохранил внедорожные таланты и готов к суровым условиям эксплуатации. При этом модель вышла на новый уровень дизайна, оснащения, комфорта, динамики и безопасности. В Узбекистане помимо атмосферного бензинового двигателя объемом 1.6, Duster также будет оснащаться 150-сильным турбомотором. С ним могут сочетаться механическая коробка передач, а также вариатор нового поколения. На выбор будут представлены три уровня оснащения – Life, Drive и Style. Во всех комплектациях присутствует интеллектуальная система полного привода. Что касается гарантийных обязательств Renault по отношению к автомобилям, выпущенным в Узбекистане, то они аналогичны российским – это 3 года или 100 тысяч километров пробега. Дилерская сеть марки будет развиваться поэтапно. До конца года продажи и дальнейшее сопровождение будут выполняться силами двух партнерских автоцентров в Ташкенте. Но со следующего года дилерская сеть пополнится новыми полноформатными автосалонами. Еще один рынок, где присутствует Renault, это Армения, куда марка официально пришла в 2005 году. В этой стране покупателям предлагается весь модельный ряд Renault, а дилерская сеть продолжает расширяться. Так в Ереване открылся новый дилерский центр Renault, построенный согласно международным стандартам компании. Между тем, в сервисе Яндекс.Драйв появились Renault Duster 2021 года выпуска в максимальной комплектации на срок от 6 месяцев. Оформить подписку на машину могут жители Москвы, а стоимость аренды составляет от 37 тысяч рублей в месяц.